Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру DC Unchained. И сегодня мы будем покупать с вами персонажей новых. Так, я уже купил себе Флэша, также я купил себе Гориллу. И давайте-ка еще кого-нибудь возьмем, пока у нас на это хватает гемов. Ровно 1000 гемов нужно и карточку. Давайте-ка вот возьмем Близ. Уж очень я хочу посмотреть, что это за персонаж. Ну, ее надо будет раскачать для этого. Это не так уж и легко. Вау, красота какая. Какая-то дьяволица прямо. Так, ну что, у нас больше нету гемов. У нас всего 74 штуки, этого мало, естественно, ребят. Так, ну, мы можем с вами посмотреть. Смотрите, уникальный скилл у нее, я так понимаю, какой-то вампиризм, видимо. Так, мы можем ее проапгрейдить до 2 уровня. Угу. Ну давай, давай, быстрее. Отличненько. Это уникальный скилл ее. Так, и вроде бы все. Да, ребята, больше ничего не можем. Вот у нас вампирик, но не хватает, естественно, карточек. Карточки будем набивать с вами. Здесь тоже ничего, все пусто. Тогда давайте отсюда выходить. Заодно я вам покажу сейчас гориллу. Звать ее Горилла Грот. Так, тоже ничего не можем поставить. Жаль, очень жаль. Карточек, естественно, нету. Так, ковер-арт. Ага. И на кого тут у нас дается? Я что-то не могу понять. Хм, странно. Нету у нас никаких новых комиксов. А почему мне тогда показывают, что якобы что-то новенькое у нас здесь появилось? Да, блин. А, вот. Вот здесь. Вот она, Близ. Отлично. 1000 тратим. И открывается у нас комикс, ребята. Так, техника и HP. Ну, мало, конечно, но все равно приятно. Так, больше ничего нет у нас, да? Закрываем, ребята. Отсюда тоже мы выходим. Вот моя стандартная компашка. Я могу, конечно, взять на прокачку, но не буду этого пока делать. Потому что у нас, ребята, здесь очень много чего интересного. Так, смотрите-ка. Киборг тачдаун. Будем получать здесь реварды. Ну что же, надо выбрать. Давайте попробуем, наверное, на харде. Одна всего лишь стадия. Так, у нас киборг, суперменша и Робин. Ладно, давайте заценим, что это такое. Ага, играть мы будем с вами за киборга. Мадам Ксанаду. Нам этот разговор, в принципе, не интересен. Нам интересен сам процесс и что мы будем от этого иметь. Ну хорош, хорош уже бубнить. Не понял, что-то они тут вдвоем. Оу. Так, ребята, снимаем нафиг автобой. Давайте-ка я сам тут поиграю. Слушайте, довольно неплох. Отлично. С ударами я пока не знаком. Какие у него будут, я не знаю. Нажимаю, как говорится, на все подряд. И вроде бы пока нормуль. А нет, ребята, ничего хорошего. У меня очень мало хп. Так, восполнили маленько себе. Я не помню, я с таким же киборгом, что ли, дерусь? Походу, да. Отлично, я его завалил. Так, хорош вот диалоги мне пороть. И что же? Ага, двигаемся дальше. Пойдемте посмотрим. Ну, по крайней мере, он действительно сделан здесь хорошо. Красиво прорисован. Да что ж такое-то? Что за суперудары у него? Я пока вообще не могу понять. Все вокруг мелькает, взрывается. Так, ребята, все, здоровье я больше себе восполнять не смогу. Я все потратил. Опять какой-то незнакомец. Ну, это какой-то двойник якобы его. Почему у них здесь перепалка такая идет, не пойму. Ладно. Да куда ж ты, блин, стреляешь? Да, ребята, если бы я сейчас включил бы автобой, я думаю, что было бы намного лучше. Но я хочу сам поиграть за него. Ох ты, елки-палки, очень мало здоровья. Да, ребята, наверное, надо было играть все-таки не на харде. Слишком для меня здесь тяжелый режим. Так, проиграли. Ну, я надеюсь, здесь ничего страшного. Мы сможем, наверное, с вами переиграть. Но я возьму все-таки полегче уровень.
Так, надо, наверное, вернуться и поменять на изи. На нормал. Так, вот у нас здесь 5 кристаллов. АП мы тратим. Вот у нас выбор. Робина я не могу взять. И почему-то Суперменшу тоже. Ладно, давайте, наверное, тогда мы это сделаем попозже. Сейчас заберем реварды. Так, 10 каких-то медалей получили. Так, 100 гемов, это очень хорошо. И давайте-ка вернемся, наверное, к сюжетке. У нас там еще очень много заданий. Это все мы посмотрим попозже маленько. Так, вот у нас третья часть, ребята. И... Так, вторую я прошел всю. Третья, да, мы только начинаем. Поэтому можно, в принципе, заценить, что у нас здесь за новенькая такая локация. Так, надо поставить, ребят, себе вспомогаловку. Так, подожди. Я тебя видел, мне нужно сюда, видимо, просто перенести. Ага, отлично, вот так это работает, ребята. Так, близ. И туда еще можно друга. Ну, друзей у меня пока нету. Гильдию можно создать. Вот это, конечно, хорошо, но надо посмотреть, какие требования. Так, давайте принять. Здесь я должен название гильдии придумать. Это мы сейчас сделаем легко. По-моему, дурацкое какое-то название у нас получается. Но в любом случае, ребят, не получается. Нужно 300 тысяч голды, чтобы открыть свою гильдию. А у меня 277 тысяч. Ну, я думаю, что в принципе это все реально набить. Так, подождите-ка, гайд. Вот, смотрите-ка, еще плюс 3 тысячи. Осталось всего 20 тысяч. По нашим меркам это довольно легко и быстро. Так, ну что же, ребятушки, давайте мы приступим уже проходить с вами основную сюжетную линию. У нас первая миссия третьей главы. И мне очень интересно посмотреть, что у нас тут за локация такая. Ну, судя по картинке, ребята, мы где-то с вами в пустыне. Или что-то типа того. Опять у нас тут базар идет. Так, хорошо, хорошо, давайте, все. Я хочу просто посмотреть, что у нас здесь будет. Ну, какие враги? Так, это кто такие? Блин, я уж было подумал, что какие-то мумии. Но нет, ребята, обычные солдаты. Так, причем, я смотрю, не такие уж они и сильные. Разбираются довольно хорошо. Ладно, давайте-ка мы, наверное, с вами сделаем так. Вот эту миссию пройдем сами. А уже следующий я пройду быстренько на автобое. Потому что, как я вам говорил, что автобой здесь очень хорош. Не тупит, все замечательно делает. Единственное, что много зависит от того, какие у тебя персонажи, как они прокачаны, какие на них камни стоят. В общем, тут много от чего все зависит. Но если у вас все идеально, то автобой вас никогда не подведет. Так, давайте-ка быстренько с ними разберемся. Я не знаю, какая здесь карта по масштабам. Большая, маленькая. Ну все, 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 падайте уже, надоели. Так, кто там у нас бежит? Добегались. А куда мы, интересно, вообще тут двигаемся, а? Смотрите-ка, у нас здесь солдаты какие-то. И что же они тут охраняют-то у нас в пустыне? Очень интересно. Так, Джокер, давай, приступаем. Ты посмотри, они, блин, тут в меня какие-то боеголовки бросают с гранатометов. Олухи несчастные. Так, что такое? Колдаун у нас. Откатик идет. Так. Ну, я чувствую, что босяра здесь будет тоже какой-нибудь солдафон. Но только, наверное, большой. Ну, давайте, подходите сюда, олухи. Я вас жду. Блин, Джокер какой-то весь в электричестве весь сияет, моргает. Иногда даже не могу понять, что он там делает. Не успеваю просто проследить. Ну что, вроде бы здесь всех победили. Можно идти дальше, хотя подожди, сундук же у нас тут. Да, точно. Так, повар. Усиление, короче, атаки. Ладно, это нам пригодится. А вот здесь я уже чувствую, будет босяра, скорее всего. Или же я ошибаюсь? Нет, все отлично. Так, в принципе, оно и есть, ребят. Как я вам говорил, солдат. Только какой-то, нифига. Он даже больше похож на рыцаря, чем на солдата. Ух ты, как им припечатал-то, а? Ого, а он, ребята, довольно силен. Вы посмотрите, как он меня нахлобучивает. Надо меняться нафиг.
Так, надо было все-таки, наверное, Ариса взять. Но Арис у меня не такой уж сильный, как видите, 13 уровня всего лишь. Надо будет раскачать тоже его, кстати. Так, отгребают. В принципе, солдат можно не трогать. Они, конечно, нам мешают очень сильно, но главный персонаж здесь босс. Как только мы убиваем босса, все, сразу все прекращают идти. Так, ну что ты? Блин, появилась опять прислуга тут бегает. Так, ну, нам нужен именно босяра. Так, надо его закумарить как можно быстрее, иначе эти чувачки нас просто запарят. Блин, еще пирог мимо пролетел. Плохо. Но, нет, не добили. Так, меняемся. Вот он мой Арис. Ну, прикольный чувачок. Правда, еще не все скиллы открыты, но мне нравится. Думаю, в дальнейшем он будет очень хорош. Эй, все. Подбили мы босяру, как вы видели, и миссия у нас пройдена. Ну что, я могу сказать, довольно все легко, хорошо. Поэтому, я думаю, вполне на автобой можно проходить чисто вот эту вот линейку на третьей главе. Так, выходим отсюда. Ну, давай прогружайся, что ты тупишь-то опять? А у нас здесь сколько? На пятой нужно тормознуть, ребята, потому что там, возможно, будет какой-нибудь такой средненький босс, где нам дадут 6 энергетиков. Так, давайте заберем здесь ревард. Подожди-ка, ага, боевой. О, 30 тысяч! Слушайте, ребята, все, я могу себе позволить открыть гильдию. У меня 310 тысяч. Так, давайте-ка мы это с вами и сделаем. Ну, что так долго? 300 тысяч, да, было условие? Так, ну, русского языка здесь нету. Здесь всякие Индонезия, тыры-пыры. Ну, основной идет английский. Хорошо. Давайте-ка мы назовем. Я не буду называть ее сладкий яд. Какое-то дурацкое, если честно, название. Мы что-нибудь такое эксклюзивное придумаем. Ну, не знаю, ребят, ничего больше в голову мне не идет. Вот назвал ее амнезией. А дальше уже посмотрим. Так, по крайней мере, на русском языке, если кто увидит, сразу поймет, что это гильдия точно русских. Так, вот это вот я уже не понимаю, что это такое, ребят. Тут, видите, 3%, тут колдаун. В общем, делаем. Так, что опять-то нужно? Что за фигня? Я что-то не понял. В чем опять проблема? Там надо было 300 тысяч. Ну, есть у меня деньги. Чего на этот раз не хватает, а? Я не пойму. Ах, вот оно что, ребят. Смотрите, мне нужно добить 4-й левел. То есть, я какого сейчас уровня? Да ё-моё, давай закрывайся. Блин, я уже забыл, как это делается. Где смотреть-то нужно? Так, ну здесь явно нам не покажут. А, может быть, сюда нажать? Ага, вот. 3-го уровня. Блин, да мне еще до 4-го, как до Китая раком, блин. Ладно, если я даже прикину, да, что мы вот пройдем с вами вот эту вот основную сюжетку, есть, конечно, вероятность, что мы набьем 4-й. Так что давайте тогда уж приступать. И я думаю, что это дело мы все с вами пройдем на автобое. Так будет и быстрее, и время сэкономим. Ну что же. Но опять же, у них тут диалоги. Давай-давай, завершайте. Мне некогда тут все это прочитывать. Все. Ну что, врубаем автобой, да? И пускай она у нас шпарит. Ну, а я, наверное, пойду, ребятушки, попью кофеечку. Ну вот, нутром чую, сейчас будет у нас здесь босяра. Так, Арис, давай, не подведи меня. Все, отлично, а вот и босс. Так, смотрите-ка, он сам поменялся, ребята, естественно, взял себе Харли Квинн, потому что он знает прекрасно, что она у меня прокачана. 22 уровень у нее, как вы видите, да, у Алиса 14, а у Джокера 19. Так, ладно, давай, Харли, мочи этого босяру. Молодец, красавица. Причем автобой здесь все делает идеально, он вовремя пользуются скиллами, как только они откатились. Он сам себя подхиливает, если есть такая возможность. В общем, идеально все делает.
Поэтому никаких нареканий у меня нету. Не тупит. Так, вот, ребят, завалили мы босса. Так, миссия пройдена. Иви. А это у нас ядовитая Иви. Я не знаю, что это за героиня такая. Но почему-то мне кажется, что это вроде бы как из Бэтмена. Помните, там была ядовитый плющ такая. Мадемуазель. Ох ты, у нас Арис получает 15 уровень Джокер. И открывается опять специальная миссия. Кстати, мы, по-моему, с вами так и не сходили и не посмотрели, что это за миссии такие. И я думаю, что сейчас в самую пору это сделать. Так, на четвертой миссии мы с вами закончили пока. И вот она, специальная миссия. Давайте зайдем. Нам доступно только на нормале 1550 рекомендаций, это мощей. Так, хорошо, давайте посмотрим. Менять никого не буду, да и не на кого. Так, реворд. А, подождите-ка, ребята, у нас вот здесь вот что-то новенькое открылось. Так, по гайду. Ух ты, 100 камней. Обязательно они нам пригодятся, ребята. Так, это для прокачки персонажей. Так, ну, теперь, да ё-моё. Так, давайте-ка еще здесь заберем. Ага, ампула с энергией. Это у нас пополняет стамину. И еще раз гайд. Так, 3 ампулы. Так, ё-моё, да что ж такое-то, а? Ладно, все, ребята, давайте, поехали. Нормал, стартуем. Так, у меня, по-моему, автобой же включен, да? А хотя, в принципе, какая разница, пускай он даже пройдет на автобое. Или лучше самим. Даже не знаю, что это за урод такой, а? На картинке только что был. Босс. Так, босс, интересно. Ну давайте посмотрим, что будет у нас делать тут Харли. Я не могу понять, куда ты побежала, там же босс. Странно как-то, да? Ну ладно, если она решает, что нужно этих чувачков подбить, поверьте, так оно и нужно, видимо. Справится она с ними легко. Так, отлично, здесь она их победила. Тут тоже все великолепно. Слушайте, а почему босс, я никак не могу понять, и причем сидит в какой-то клетке? И я должен эту клетку разбомбить, то есть выпустить ее, да? Хорошо, а эти вот чубрики мне мешают, насколько я могу понимать. Но я думаю, что на автобое все это довольно легко и быстро произойдет у нас. Как вы помните, я вам говорил, что я могу ей помогать здесь. И я хочу вызвать Океан Мастера. Он у нас 15 уровня. Надеюсь, они как-нибудь здесь вдвоем намного быстрее справятся со своей задачей. Вау. Да елки-палки, я не могу понять. Может быть, они бесконечные, а? И мне все-таки самому придется бомбить. Да нет, я не верю в это. Они, наверное, когда-нибудь закончатся. Должны все-таки. Так, смотрите, это какие-то маги у нас тут, да? С посохами. Делают защитные барьеры или наоборот, хреновые, огненные. Так, вот она продолжает у меня бомбить. Клетка у нее 80 тысяч хп. Ну, смотрите, у Харли довольно хорошо получается, она разбирает. И вот эти говнюки больше пока не лезут. Значит, действительно, нужно было вначале всех тут убить, а потом вот эту вот клетку разбивать. Хорошо. Давай, Харли. Разбей клетку. Потом, я так понимаю, выйдет отсюда. Ах ты, ё-моё, опять, смотрите. Но она не переключается почему-то. Нет, все-таки начала. Начала их бомбить здесь. Так, что ты делаешь, Харли? Зачем ты бросаешь пирог и делаешь скиллы на эту решетку? Это же не помогает, я так думаю. Так, 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 давай, 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 добивай. Послушай, дорогая, надо меняться. Ага, смотрите-ка. Вовремя она сделала замену, потому что очень мало хп было. Так, и теперь у нас Джокер. Джокер бомбит. Воу! Ё-моё, тут еще надо с ней драться. Так, тихо, тихо, девочка, успокойся. Очень сильно надеюсь на то, что у меня здесь все получится. Точнее, у автобоя. У меня так однозначно не получится, потому что я не справлюсь. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой, как все хреново. Ребята, я уже потратил одну ампулу со здоровьем.
Ой, Арис, тебе здесь, по-моему, делать вообще нечего. Сейчас я тут и разберу. Ты у меня вообще слабенький. 15 уровень всего лишь-то. Черт подери. Мало того, что надо с боссом здесь драться, да? Так, еще эти олухи бегут со всех сторон. Так, ладно, вся надежда на Харли. Я уже вспомогалку всю свою потратил. И все бесполезно. Хотя, ребят, есть шанс небольшой. Или же ни шиша у нас нету. Да, да, ребята, нифига. Проиграли. Тогда я предлагаю, наверное, переиграть. А вы что скажете? 20 энергии потратим, но переиграем. Все равно мы должны, в принципе, ее завалить. Поверьте мне. Не, ну если он так в дальнейшем будет тупить, то ничего у нас вообще здесь не выйдет. Переключайся, придурок! Вот не дурак ли он, а? Какого хрена он не переключился, ё-моё? У него здоровья практически не осталось. Он должен был переключиться на Харли. У нее полностью там практически было ХП. Но он этого не сделал. Почему? А знаете почему, ребят? Потому что, видимо, не стоят у него камни хорошие, которые нам должны помогать на автобой. То есть, в принципе, там выставляешь, и они, как сказать, программируют твоего персонажа, уже делают из него, там, сказать, продвинутого бота. Но я так понимаю, здесь мы будем драться с искусственным интеллектом. Так что, ребят, давайте посмотрим. Новый режим, хрен узнает, что нас здесь ожидает. Но, по крайней мере, одинаковый у нас уровень. Блин, у него Флэш, Бэтмен и Мастер Океан. Ладно. Так, значит, Харли против Флэша. Поехали. Ё-моё! О-о-о, ребята, вы посмотрите, что тут происходит. Блин, как он меня быстро разбирает. Блин, я по нему даже попасть могу, он очень быстрый. Так, хорошо. Давайте так попробуем. Да ты достал уже меня, Флэш, а? Нет, по-моему, тут ни хрена у нас не выйдет. Так, Арис, ну! Выходи. Получится, нет? Так, а он кого? Он уже Бэтмена выбрал. Ё-моё, а? Фигня какая-то. Нет, ребят, нифига у меня здесь не получится. Да, вот тебе и ПВП режим, ё-моё. Слушайте, ну я так понял, что это в данный момент были не реальные игроки. Это был все-таки бой бота. Потому что, ну, судя по тому, как он вел, просто жесть какая-то. Так, хорошо. ПВП игроки, блин. Ладно. Искусственный интеллект, это, конечно, все хорошо. Но у нас здесь есть еще режим. Даже два. Поэтому давайте Quick Play. Посмотрим, что это у нас за режимчик такой. А вот здесь вот, скорее всего, уже будет реальный игрок. Потому что, видите, у нас идет время. Значит, видимо, кого-то мы ищем. Блин, ну слишком долго. Да тут и написано, что медленно. Так, может быть... Давайте, ребят, выйдем и посмотрим тогда с вами, наверное, первый режим. Вот этот вот. 10 на 10. Так. Стартуем. Ну, тут тоже время. Блин. Наверное, уже все спят давным-давно. Время-то поздненькое. Черт, вот тебе и да, ребята. Хотел посмотреть, но, как видите, безрезультатно. Потому что слишком долго мы будем ждать, наверное, соперника. Что-то вот мне охота пройти, я даже не знаю. Здесь я чувствую, все равно нам ничего не светит. Мы не сможем победить эту пантеру, блин, в клетке. Так что давайте возьмем, наверное, может быть, симуляция боя. Так. Ну, давайте рискнем, наверное. Была не была. Тут еще у нас какие-то... А, камни будут в реварде находиться. А камни нам нужны. Так что давайте-ка, наверное... Приступим. Ух ты, а это кто такая? Смотрите, ребят. Такое впечатление, что как Аквамен, но только женского пола. Так. И... Радио орет. Это мы с вами пропускаем все. Босс? Да ладно, манта. Черная манта, ё-моё. Ребят, смотрите, как у меня автобой рвет этого просто манту. Тихо, тихо, успокойся нафиг. Причем мы в какой-то клетке с вами находимся. Все, манта... Опачки. Не понял, Харли против Харли? Точно.
Вот тебе, блин, и симуляция боя. Это, кстати, какой-то новый режим. Так, давай, Джокер, выползай. Все у нас происходит, ребят, здесь на автобой. Я ничего не делаю, единственное, могу только подхилить. Но он, как мы видим, еще не накопился. И вряд ли накопится, ребят, потому что... Оп, а, вот так. Все, босс, смотрите, опять эта пантера у нас здесь. Блин, как же она меня напрягает, честно говорю вам, ребят. Смотрите, здоровья у меня ни шиша нету, да? Если посмотреть. Подхил накопить я не смогу. Во-во-во, нифига, Арис, вот это ты разошелся. Так, давай, Харли, вся надежда на тебя. Я не буду вмешиваться в бой, да, ребята, и правильно сделал. Как вы видите, все-таки Харли завалил эту пантеру. Так, и это была у нас симуляция боя. Отлично. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Если вам, конечно, она интересна, эта игра, и вы хотите видеть продолжение, так что договорились. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, хорошего настроения и удачи вам. Get it together and bring it back to me. Browns, you, Miss New Beauty. Get it together and bring it back to me.